Ре-революция вернулась на трон своей вселенной, ибо кто, как не я, несет ответственность за все риски и управление. Тебе удалось свергнуть меня с трона? Ибо, как известно, когда верхи не могут, а низы не хотят, налицо революционная ситуация, грех не воспользоваться. И ты не растерялась, захватила власть, а меня отправила мотать срок в дальние дали, в низкие низины. Если для тебя эти несколько лет пролетели как один день, то для меня один день муки тянулся как семь. Ты превратила и изменила порядок моего мироустройства, очистила от вековых завалов, изгнала заматеревшие страхи и предубеждения, сломала ненужные больше заборы и заграждения. Огромная работа была проделана тобой. Я благодарна тебе за это. Но время твоего правления завершено, и я возвращаюсь из ссылки, чтобы занять свое законное место властительницы моего мира. Тебя же я не прогоняю из своего царства. Оставляю тебя своим советником и назначаю на пост министра. О, любовь! Ре-революция!